12 декабря, в День Конституции, состоится прямая линия губернатора Архангельской области. Александр Цибульский ответит на вопросы северян в эфире телеканалов «Регион 29» и «Россия 24». Свой вопрос губернатору можно задать 7 по 10 декабря с 9 до 18 часов по телефону 422-112, а также в официальной группе «Архангельская область» в социальной сети ВКонтакте. Итак, трансляция прямой линии начнется 12 декабря в 12 часов в эфире каналов «Регион 29» и «Россия 24» Поморье, а также на сайте «Регион 29». И в наших группах в социальных сетях. Работу прямой линии организует правительство Архангельской области совместно с Центром управления регионом.